82 года назад Ненецкий аграрно-экономический техникум начал обучать жителей округа. Первыми выпускниками были 10 человек, 8 пастухов и 2 заведующих стада. На сегодняшний день НАЭТ ежегодно готовит более 100 специалистов по 9 специальностям. К празднику готовились не один день и решили порадовать зрителей театральной постановкой Чехова «Мелочи жизни». 23 ноября 1932 года свои двери открыла Ненецкая одногодичная окружная сельхозшкола. С того момента прошло уже более 80 лет. Учебное заведение переименовывали не один раз. Сейчас оно носит название Ненецкий аграрно-экономический техникум. Экономисты, бухгалтера, ветеринары, природопользователи, экологи. Это не весь список специальностей, по которым готовят студентов. В этом году появилась специальность «Техник-спасатель». Специальность, которая сейчас выпускается, насчитывает 32 человека. Из них только одна девушка. Чтобы попасть на эту специальность, они сдавали экзамены по физкультуре и психологии. Отжимались, бегали, прыгали и так далее. И ритм у них отличается от ритма других студентов. У них утро начинается в 8 часов, они делают активную зарядку, после этого они идут на учебные занятия. У студентов по специальности техник-спасатель есть главное отличие – дисциплина плавания. Ребята 2 раза в неделю посещают бассейн, где и тренируются. Независимо от специальности, любой учащийся может вступить в театральную труппу «Улыбка», которая подготовила ко дню рождения техникума постановку Чехова «Мелочи жизни». В своих постановках мы используем всегда классические произведения, как русских авторов, так и зарубежных. И это, я думаю, в большей степени залог успеха нашего коллектива. И вот мы к творчеству Чехова обращаемся уже не в первый раз. Профессиональных актеров в труппе нет. Большинство ребят меняется ежегодно. Но преподаватели, по заверениям руководителя театра, планку стараются держать на высоком уровне. Поздравить техникум собрались как власти города и округа, так и бывшие студенты. Илья Сахаров, Закир Вафин, Леонид Шишелов, телеканал «Север».